В конно-спортивном парке «Русь» прошли соревнования по выездке между спортсменами школы верховой езды «Спирит». Конный – один из самых красивых и грациозных видов спорта. Это был последний клубный турнир на открытом воздухе в летнем сезоне. Выступали спортсмены-любители на грунте. Также свои умения показали всадники-паралимпийцы, а малыши катались на пони. Все победители и призеры получили подарки от спонсоров. С приходом осени состязания будут проводиться в крытых манежах.